Как нарисовать Catnap из Poppy Playtime? Это очень просто. Рисуем два круга и разделяем их. Большим кругом мы обозначили границы нижней части головы, а маленьким — верхнюю. Такие наброски нужны нам для того, чтобы сделать правильные пропорции у персонажа, и наш рисунок получился максимально красивым. Например, туловище имеет форму капли. Дорисовываем все остальные конечности, и пускай Catnap показывает лайк. Кстати, ты тоже помни про лайк. Ну а нам осталось только добавить хвост, а также заштриховать все темные участки. Ура, вот наш скетч и готов. Но что же делать дальше? Одну половину я сделаю в реалистичном стиле, а вторую в мультяшном. Только вот с какой из них мне нужно начать? Напиши в комментариях.